Genau, Frau Schleif ist auch Agronomie. Das wird unser nächster Schleif Beitrag это werden. Агрономия, wir wollen uns noch это mal mit будет dem Thema доклад. Dieses Mal allerdings мы еще раз поговорим о рапсе, о культивации рапса. В этом случае в Восточной Европе там основные преимущества этой культуры. Во-первых, это очень ходовая культура. И также в некоторых регионах это особенно интересно, потому что рапс начинает развиваться уже до зимы, и поэтому к весне он уже может быть готов, и поэтому в период, в жаркий период, в середине года, здесь это может быть тогда интересно в некоторых регионах, когда он уже будет готов тогда к лету. Сейчас в студии у нас приглашен специалист Олаф Гауэ. Большое спасибо, Олаф, что ты пришел к нам. Как правило, Олаф работает в Восточной Европе и занимается именно культивацией рапса. Мы несколько лет уже сотрудничаем вместе, и я сейчас тоже очень заинтересован в твоем рассказе, в твоем докладе о том, как там происходит выращивание рапса. Да, большое спасибо. Выращивание рапса на Украине – это непростая вещь была. В общем, 10 лет нам понадобилось, чтобы с 2004 года динамически дальше развивать культивированные площади после закона об аренде земли на Украине. Были образованы частные структуры, частные экономики, и эти структуры гораздо более сильно стали регулировать ротацию по экономическим параметрам. Кроме того, мы 10 лет делали уже предварительную работу. Немецкое выращивание рапса и немецкая сельскохозяйственная техника поддерживала все это. То есть у нас уже была разработана определенная технология. И кроме того, с 2004 года украинская сельскохозяйственная политика стала все больше поддерживать культивацию рапса в Украине. Нужно сказать, что Украина – это классическая страна для культивации подсолнечника. Там много тысяч гектаров, на котором культивируется подсолнечник. И рапс после сои занимает третье место стручковых в Украине. Мы видим здесь сильное развитие до 2008 года. В это время были очень хорошие урожаи, и это действительно, что было очень интересно в эту фазу, были очень высокие цены. Культивация рапса была очень успешной. С 2009 года начиная возникали более сильные проблемы в технологии культивации, особенно на посев, долгие периоды засухи и поздние заморозки в весной, так что урожаи стали меньше. Все это успокоилось где-то 2016 года. Сейчас у нас на посев в 2021 году опять было примерно 1,1-1,2 миллиона гектаров, и в этом году это может быть самая большая посевная площадь в Европе. Мы видим здесь по красной линии, это посевные площади летнего рапса. Здесь мы видим, на Украине он не привел к успеху. Здесь показано на карте посевные площади на область. Здесь мы видим, что культивация рапса, особенно на западе, в центре, но также и в регионе Черного моря находится. Мы видим 100 тысяч гектар рапс в области Одессы. Это очень большая площадь. В экстремально-континентальном области
культивации зимний рапс от 2,5 до 3,0 тонн получаем. То есть здесь это покрытие, как, например, озимая пшеница, в сравнении мы получаем 6 тонн примерно, чтобы получить эту эффективность зимнего рапса. В восточной части у нас меньше зимнего рапса. Это связано с тем, что, как правило, там больше подсолнечники выращиваются. Урожаи на Украине сильно зависят от погоды. Стабильно высокие урожаи у нас в западной части и в центре Украины. Но что не исключает, что у нас могут быть высокие урожаи и в специальных предприятиях на Южной Украине, Николаев, например, и в тех предприятиях, которые постоянно ориентируются на водоэкономящие технологии, в этих регионах до 45 дециметон и больше рапса мы получаем. Экспорт рапса на очень высоком уровне. Здесь мы видим, что 10% всего производства рапса обрабатывается на Украине. Это связано с тем, что масляные мельницы, они ориентированы больше на подсолнух. 12 миллионов тонн подсолнечника перемалывается на Украине в год. Рапса сейчас меньше, но тенденция растет. Экспорт рапса – это важный источник валюты на Украине. В текущем бизнесе 2020-2021 год это валюта примерно 1,6-1,7 миллиардов долларов принес. На данный момент у нас сейчас 1,6 миллиардов. То есть, в общем и целом, можно сказать, более 2,6 миллионов тонн уже было экспортировано. И эта выручка связана с более высокими ценами на рапс в текущем сезоне. Также и страны, импортирующие украинский рапс, это в первую очередь Германия, а также Бельгия и Нидерланды. Здесь сбыт на Европейский Союз, он постоянен. Германия, но также и остальные европейские страны покупают украинский рапс. Украина в такой преимущественной ситуации находится с начала июля. Украинский рапс уже готов, и у Украины отличная инфраструктура. Через порты Одессы и Николаева большая часть экспорта производится, но также и в другие государства, как, например, Пакистан, также экспортируется рапс из Украины. Что касается важных дилеров, которые организовывают этот бизнес и гарантируют его, это международные предприятия, как Тёпфер и Каргил, у которых есть свои заказы, которые свои мельницы в Европе, определенное время подают свое это сырье, то есть рапс. И, как правило, это так, что в течение 3 месяцев полностью весь урожай рапса из Украины уже отправляется на корабли. Если посмотреть климатические условия для культивации рапса на Украине, нужно учесть, что рапс достаточно интенсивно требует воды, примерно 50 литров на квадратный метр в главный вегетационный период. И это водоснабжение, особенно в экстремальном континентальном климате, не всегда гарантировано, так что урожаи могут колебаться. Но на Украине имеется отличный чернозем,
который очень хорошо накапливает влагу, и это тайна, в этом весь секрет из-за того, что и в континентальном климате на Украине у нас может быть 250-300 миллилитров годовых осадков, и все равно у нас стабильно получается стабильный урожай рапса. Условием для высокой водяной эффективности это корни рапса. Корни рапса в этом методе у них ключевая задача. Корни рапса может достигать длины до 1,20–1,50 метра, и таким образом достигает до более глубоких вод в почве. Корни рапса имеют гораздо большее значение в этом регионе, чем в регионах в Западной Европе. По длине, на длину корней можно повлиять по сроку посева, и здесь мы видим, у нас посев был 18-8 и разделяется на три части, на 20, 40 и 60 квадратных метров. И тут мы видим, что самый низкий посев у нас был 20 августа. У нас самая длинная длина корней получает на 18 апреля и 9-6. 40 зерен на квадратный метр у нас при первом измерении было даже на 30 сантиметров короче. То есть по координате X мы видим длину корня, и над координатой X мы видим высоту растения. Кроме того, мы можем целенаправленно повлиять на развитие корней при помощи размещения удобрений, фосфор и азот как бы привлекают корень в глубину и таким образом ориентируют на эту глубину удобрения, на этой глубине, потому что на этой глубине гарантированы подземные воды, то есть то, что будет питание, будет вода в главный период вегетации растения. Решающее влияние на длину корня оказывает также обработка почвы, свободное разрыхление более 20 сантиметров. Хорошо сказывается на росте корней, в то время как плоская обработка, неглубокая обработка почвы приводит к тому, что корни становятся короткими и больше разрастаются боковые корни. Значительное влияние на урожай имеет, следовательно, вид и образ обработки почвы. Здесь такая интересная диаграмма из Чехии была составлена. Здесь мы видим различия урожая. При плоской обработке почвы и глубокой обработке почвы разница в 1 тонну. Вопрос, который я здесь хотел бы задаться, насколько это актуально, в силе это для Украины или нет. Какие у нас здесь результаты, которые здесь мы получаем в этом регионе. Традиционно на Украине рапс обрабатывается плугом под рапс. Примерно на 30% это делается, но в последние годы мы заметили более сильное использование ориентации на другие методы обработки почвы при помощи разных видов культиваторов. Без влажности, без воды в почве мы не сможем хорошо обрабатывать почву, также и для средней влажности почвы. Мы получаем здесь достаточно грубую структуру почвы, которую при помощи большого, многих затрат, многого труда можно только обрабатывать. Так что практически не остается остаточной влаги в почве, в верхних слоях почвы.
Так что мы не получаем равномерный всход растений. Выход из этой ситуации может быть использование техники рассеивания отдельных зерен. Здесь, в этом случае, тогда эти большие комья земли могут просто откатываться в сторону, и так точно высаживаются отдельные зерна на нужную позицию. Здесь мы видим такие примеры таких успешных посадок, успешных посевов после обработки плугом почвы. Здесь при помощи этого культиватора мы получаем такое преимущество, то, что мы получаем достаточно солидный слой соломы на почве, у нас меньше эрозии идет, меньше потери влаги, и что тоже важно, в этом регионе у нас будет меньше испарений в августе и сентябре. В этих обоих месяцах у нас могут быть еще температуры днем больше 30 градусов. Если у нас будет хорошая структура, мелкая структура почвы, то мы можем работать обычными классическими машинами. Если здесь, как при подготовке плуга, мы получаем эту грубую структуру, то в последнее время мы ориентируемся больше на сеялки по отдельным зернам, которые точнее высеивают рапс. Эти агрегаты мы можем также настраивать на глубину 10 сантиметров. У нас лучше укрепление внутри ряда получается, и при помощи этих агрегатов 24-рядных у нас гораздо большая эффективность площади получается. Здесь нужно сказать то, что на Украине нам нужно достаточно высокое усилие, чтобы было на инструментах, на технике. Таким образом, эти машины, которые были закуплены для посева подсолнечника, можно использовать для рапса из 2017 года. У нас больше тенденция идет для специальных агрегатов для посева рапса. Здесь, как все это сказывается на урожайности, здесь зависит от распределения растений, всходов на поле. И, в общем, благодаря этому качественному посеву значительно видно на этом примере то, что у нас при меньшем количестве растений почти на 70 тонн больше был урожай, чем при посеве на 50 растений на квадратный метр. Здесь на этой фотографии идеальная ситуация посева рапса без плуга, защитный покров, соломный покров и в то же время равномерные растения. Это актуальная фотография октября этого года. Что делают фермеры, если вообще в августе не было влажности почвы? Они не могут ни глубокую, ни плоскую разрыхление почвы производить. Эта ситуация, она часто встречается не только на юге, но сейчас из-за изменения климата и в центре Украины. Это фотографии из области Хмельницкой. Здесь на этой фотографии показано то, что с левой стороны было посев производился с разделением зерен, и с правой стороны традиционным методом. Здесь мы тоже видим, это лучшее распределение зерен приводит к тому, что получаются большие результаты по сравнению с традиционным техникой традиционной сеялки. Здесь показано такое поле рапса с высокой влажностью. Здесь достаточно широкая колея показана. Эта ферма использует специальную технологию, где
машина проезжает только по этим колеям, и таким образом выполняется посев, и таким образом, что при достаточной влажности почвы беспрепятственно растут корни, то есть никаких типичных недостатков, неразрыхленной почвы здесь не будет, как мы могли бы предположить, если имеется достаточная влажность почвы, как здесь в этом случае. Много лет они уже работают без разрыхления почвы, и таким образом корни рапса могут без проблем проникать на глубину почвы. Здесь мы видим такое высеивание на утил посев. И здесь мы видим, что это было действительно успешные результаты получили, в том числе и корни. Посев рапса происходит не только по стандартным образцам на Украине. Мне нужно этот посев рассчитывать в зависимости от влажности в почве, рассчитывать его. Здесь такой пример с предприятия, на котором используются три разных метода обработки почвы летом 2019 года, потому что у них была влажность в нижних слоях почвы, но практически не было никакой влаги наверху. Здесь, например, они использовали плоскую обработку почвы на 10 сантиметров и ждали осадков тогда, или производили рассеивание, посев с мульчей, или здесь это показано классически обработка почвы, плуговая обработка под рапс. Лучший вариант был получен с посевом рапса с мульчей, примерно 42,7 тонн. После этого на втором месте был плуговый вариант, 40,6 тонн на гектар. Самый худший вариант был это плоская обработка почвы и удаление соломы. С 2010 года фирма Horsch ввела систему Striptil на Украине. Впервые это было связано, относились к этому достаточно скептически. Многие фермеры не думали, что это поможет, и большой эффект получился примерно 5 лет назад именно в том регионе, в котором мы это меньше всего ожидали. Система Striptil позволяет комбинацию с разрыхления, передового разрыхления, удобрения и посева по рядовому. То есть мы экономим на нескольких рабочих шагах. После сбора урожая мы можем сразу высеивать здесь рапс. Мы можем использовать здесь диски. Здесь достаточно мы гибко. В этом методе с 2018 года стали использоваться новые лапы, которые меньше поднимают почвы наверх. То есть таким случаем мы получаем отличное разрыхление рядов. Эти новые агрегаты оснащены Маэстро, и таким образом мы получаем здесь очень точную очистку рядов и очень равномерное раскладывание соломы между рядами. Так это выглядит. Отличные полосы и отличные равномерные ряды. То есть здесь у нас максимально 20% почвы еще обрабатывается, 80% не обрабатывается структуре, структура сохраняется, и влага под необработанной структурой сохраняется. Это, например, из Одесской области. Тоже показано, видно с этим с покровом, с мульчевым покровом, и отлично развитые корни растения, достаточно глубокие корни и сильные боковые корни, что важно в этой области, в этом регионе.
чтобы растения равномерно получали влагу и питательные вещества. То, что касается выбора сортов, здесь существуют различные критерии в этой области, в этом регионе. Это морозоустойчивость, но точно так же устойчивость к засухе, устойчивость к высоким температурам. Здесь несколько примеров. Устойчивость к цветухе тоже важное условие. Мы не можем, как в Западной Европе, дату посева на 15 или 25 августа установить. Здесь нам нужно действительно ориентироваться на влажность в почве, и может быть такое, что в конце июля, начале августа нам уже приходится высевать рапс, и тогда, то есть эти растения должны иметь определенную устойчивость к цветению, к цветухе, чтобы они не сразу бросались расти вверх. Так что важна здесь и генетика растений. Тут мы видим такой пример, где у фермера не получилось эту вегетацию получить так, как нужно в октябре. Такие растения, они менее устойчивы к морозам и к заморозкам. Морозоустойчивость – это тоже очень важная тема. Хотя за прошлые годы практически не было никаких потерь из-за этой проблемы. С чем это связано? Это связано с тем, что используются на Украине гибриды, которые более устойчивы к морозу, но также это связано с тем, что мы добавляем регуляторы роста осенью, один, иногда даже по два раза, и таким образом сильно поднимаем эту устойчивость к морозу. Важное требование к этим гибридам – это весной, потому что зачастую вплоть до марта у нас могут быть сильные заморозки, а зимой рапс уже зимы появляется здоровый, полностью с листьями. Но эти поздние заморозки могут приводить к тому, что он будет отмерзать, и здесь гибридные растения быстрее регенерируются, и это важный критерий. Здесь так опять показан пример с Одесской области. Здесь 23-го года сразу может этот рапс появиться без какой-либо регенерации. Последние годы важная тема. За последние годы важная тема в Украине – это поздние морозы. Раньше такого не было, и по этой причине у нас лучшая урожайность вот, среднепоздних и поздних гибридов. А на них не так сильно влияют поздние морозы. Также необходимо устоять в сухие периоды. Вот и что очень характерно, что после месячной засухи возникают трещины. От этого страдают, естественно, соответствующий гибридный материал. И здесь необходимо применять гибриды, у которых большая устойчивость к засухе. Устойчивость к засухе и жаре в той форме, к жаре в той форме, что высокие температуры у нас с начала июня от 30 градусов, и эти температуры, они вносят свой вклад в соотношение зерна, соломы. Поэтому мы используем гибриды, у которых высокая плотность стручков, толщину стручков, чтобы они лучше могли выстоять в эти периоды жары. И последний важный момент – урожайность. Что вот в этих экстремальных условиях земледелия возможно? В 2021 году для многих украинских
фермеров был очень успешным. Урожаи в крупных предприятиях лежали до 50 центнеров, плюс сюда высокие цены на растительную продукцию, и рапс дал большие прибыли, например, на Западной Украине 103 гектара гибриды от Байера. Видите цифры. Здесь в центре Хмельницкая область на больших площадях 90 гектаров 44,1 центнера гибрида. В Винницкой области пример успеха Трезор 46,1. В Житомирской области 48 центнеров. Год был очень хороший. Мы видим очень хорошие растения с обилием стручков, очень хорошие условия для цветения, тепло, у нас идут пчелы и хорошие стручки и основания стручков, и образование семян в стручках. Также в центре Украины большие площади, высокая урожайность, 297 гектаров, район Черкассы. И в Одесской области тоже высокая урожайность, 44,1 центнер с гектара. Большое спасибо за внимание. Я думаю, что Михаэль сейчас задаст парочку вопросов. Да, большое спасибо, Олаф, за интересный доклад. Очень интересно было увидеть динамику, как все развивалось, пришло в культуру, с которой можно зарабатывать деньги. Но я хотел посмотреть как бы за кулисы, какие вопросы там были в чате. Во-первых, всем вам большое спасибо. В настоящее время рапс, как ты вот считаешь, развитие, он вот сейчас, который рапс есть, он хороший, не очень хороший, по разным территориям он разный. Да, по разным территориям он разный. Был холод в сентябре, и кончики рапса от этого страдали. В начале октября было недостаточное развитие, а потом в августе очень много осадков, и в сентябре, поэтому был нанесен ущерб в этом году. А на западе и в центре Украины немножко откорректировали эти посевы, а на востоке, на юго-востоке у нас некоторые посевы в таком среднем состоянии, но в общем и в целом ситуация хорошая. Гербицидная стратегия. Мы видели, что есть разные методы. Есть традиционная, интенсивная, посредством мульчи. Как различаются стратегии или что ты рекомендуешь при различных типах применения? В западных земледельческих регионах традиционно почвенные гербициды применяются, а в южной части Украины там скорее контактные гербициды применяются. Эта Керфельдная программа очень успешна. Пользуются разными системами. Точный высеп в случае рапса немножечко популярнее стало. Вот что здесь главное? Это больше лучшее распределение или какие другие факторы, какие важные? Точный высев намного лучше справляется с неравномерными погодными условиями. То есть, ну, в сравнении с Германией у нас нет таких круговых барон, когда температура 30 градусов,
очень, почва очень сильно формируется в комки, и поэтому, чтобы сделать равномерную всхожесть семян, это, фермеры это понимают, техника есть, и согласно вот, последним данным, возделывание рапса должно производиться с помощью точного высева. Но 50 сантиметров ряды, как ты считаешь, в каком направлении, куда мы идем? Но вот это самый критичный момент во всей этой истории, когда идем в ряд. Некоторые фермеры идут на 70 сантиметров расстояния, но тем плотнее мы подходим в ряду, это, к этому надо относиться отрицательно. Оптимальное расстояние между рядами – это 35 сантиметров, так, чтобы у нас было где-то 25-35 растений на квадратный метр. Ну, для этого нужно 40 зерен до 25-35 должны быть такие зерна. И хорошие фермеры поняли, что они должны с плотностью уходить, посадки уходить вниз, для того, чтобы более жизнеспособные на поле вырастали растения. Это современные сорта. Это, да, в целом у украинских фермеров есть больше 200 европейских гибридов рапса. Это огромное количество. И они могут выбирать, и мы видим большие различия в сортах, в адаптации, особенно в черноземном, особенно в черноморском поясе. Нужен устойчивый материал, и фермеры покупают не только самую современную сельскохозяйственную технику, они хотят и новые высокоурожайные гибриды из Западной Европы. Существует селекция в Украине, существует очень много, скажем так, тестов, я бы так сказал. То есть все международные или крупные игроки на рынке, крупные фирмы по селекции, они находятся в Украине для того, чтобы адаптировать материал по рапсу в Украине. А есть ли какие-то особые там требования на рынке? Уже рапс у многих все в обороте. Думаете ли вы, что некоторые предприятия уже сталкиваются с границами по севообороту, или еще какое-то пространство для маневра есть? Ну, я думаю, что это не... Да, там нет такой классической проблемы севооборота, как в Германии, где у нас где-то 30% у нас в Северной Германии было возделывание рапса, да, у нас было даже 20-25%. Но дилемма заключается в том, что у нас сильное параллельное разведение подсолнечника, и там та же самая картина болезни, и поэтому перенос болезни, как вертицилиум, и у нас нет соответствующих... Но пространство для маневра есть, можно намного больше рапса выращивать. Вместе с подсолнечником это работать не будет. Это должны быть специальные севообороты для рапса и для подсолнечника. Тогда это может сработать. А совместно, как это сейчас делается на многих предприятиях, это невозможно. И мы также видим при оптимальных условиях, что рапс распространяется. Раньше его вообще почти не было. Вот проблема вертицилием, которая возникла из-за подсолнечника, и проблемы со склеротинией. Тоже отчасти она вызвана подсолнечником. И поэтому нужно правильный севооборот, и только с правильным упорядоченным севооборотом можно удерживать урожайность в Украине на том же уровне. Ты говоришь о стабильном севообороте, то есть предприятие само сознательно решается на рапсовый севооборот, а в другом севооборот подсолнечника. Да, это оптимальный случай, который, к сожалению, понимания этого еще нет. Мы это видим,
Но это не какая-то официальная консультация. У нас нет каких-то учреждений исследовательских, которые бы больше объективности внесли. Но это просто консультация поставщиков средств защиты и семян. Оно отчасти объективно, и это не воспринимается это фермерами так, как здесь мы это земли. Раз это официальная консультация, значит, а так должно быть. Но нет, так нет. Но, с другой стороны, для многих предприятий, мы говорим о Черноморском поясе, может быть, там отчасти это инструмент, чтобы управлять рисками. Например, это культура, которая осенью относительно нормально прошла сухую фазу. Да, вот в этом поясе черноморском с августа идут этот шпагат. Те предприятия, которые высеивали рапс, они создали на 2022 год солидную источник прибыли. И они не могут, там нельзя высевать озимую пшеницу, потому что там она плохо растет. И они жалеют, что если бы мы еще больше рапса высеивали, то было бы лучше. Но вот рапс как в континентальном климате, в черноморской полосе, лучше использовать эту влагу. Это очень солидная основа для предприятий на юге Украины, в частности. На Западе у предприятий намного больше источников дохода. Они собирают урожай при идеальных, оптимальных условиях. 15 тонн кукурузы, здесь тоже соевые бобы, 27 центнеров до 40. У них очень широкий спектр, намного больше, чем у предприятий в классических сухих регионах земледелия в Украине. Для того, чтобы дальше оптимизировать выращивание рапса, уже говорили о том, какие ступени нужно пройти. Некоторые предприятия уже проходят, некоторые нет. И ты считаешь, что в ближайшие 4-5 лет, вот чего ты хочешь достичь в качестве консультанта? Много чего здесь хочется достичь. Во-первых, это точечный высев. И также я думаю, что целенаправленное внесение удобрений вниз, под низ в почву, то есть целенаправленное внесение удобрений, особенно фосфорных, близко к корням, на 20 сантиметров в глубину, очень серьезный вклад внесет в повышение урожайности. Мы это видели в прошлом году, в сухом году 2021, что предприятия, которые давали фосфор, получали более стабильный урожай, чем те фирмы, которые вот здесь неправильным образом сэкономили. Фосфорные удобрения – это одна тема, а другая тема – это микрогранулятные удобрения. Слишком много сейчас идет удобрений для листьев, которые неэффективные. А вот жидкие удобрения, но часто не раскрывает своего эффекта. И поэтому мы вот удивляемся, что жидкие удобрения вносят на сухую почву. Естественно, они свое действие там не могут проявить. Методы, которые экономят воду в неэкстремально сухих регионах, где вот Черноморский пояс, а в центре там уже есть предприятия, которые больше ориентированы на работу с влагой в почве, прямой высев и так далее. Экономия воды, чтобы быть вооруженным, если вдруг снова будет сухой год, что происходит каждые 2-3 года в Украине. Да, континентальные условия. И, естественно, важная тема та, что Украина от нас не так далеко. Такие, как вот Кагали, Тёпфе, они диктуют условия поставки, экспортный товар. То есть глоперифос нельзя использовать, и в будущем будут дальнейшие ограничения.
И уже сейчас это должно быть подготовлено, чтобы украинские фермеры были вооружены и подготовлены без соответствующих средств в 2023, 2024, 2025 году по-прежнему могли бы успешно выращивать рапс. Дальше, конечно, я бы хотел, чтобы проблематика транспорта немножечко облегчилась. Вот Одесса, Николаев, у нас транспорт до этих портов где-то 700-800 километров до вот зон, где выращивают рапс в основном, потому что логистика в направлении на запад по железной дороге, его нет. У нас очень большая ширина колеи, а нам нужна там европейская ширина колеи, чтобы больше можно было через Польшу, это только 700 километров, транспортировать в направлении Западной Европы. Да, доступ на рынки, да, это важно, как раз учитывая аспект экономии СО2. В будущем это будет важной темой, да, я тоже так думаю. Да, это всегда вот такая очень интересная тематика, рынок. Мы уже говорили, что вот путешествие, как сейчас, международные цены, вообще какова реальная цена сейчас в Украине по рапсу? Это такой вопрос. В прошлом году существенно внес свой вклад в стабилизацию выращивания рапса в связи с большим запросом в Европе. Стабильно высокие цены в портах Одесса-Николаев. Цены были такие высокие, что вообще думали, а как еще финансировать транспортировку? То есть цены практически не отличались от здешних цен западноевропейских на рапс. Спрос такой высокий, что высокие цены в начале сезона уплачиваются. У нас практически нет складов. Обычно уже до 1 декабря кораблями отправляют рапс из Украины, потом уже и кораблей нет, может, еще где-то там 500 тонн где-то там складируется, они должны до следующего ждать. То есть цены высокие, и поэтому уже в течение многих лет возделывание рапса очень привлекательно. Да, то есть очень близко к рыночным котировкам. Да, почти нет отличия от европейских цен. Большое спасибо, Олаф, за интересную информацию. Мне кажется, что очень ценят наши слушатели и зрители, что мы немножечко смотрим, где что в мире происходит. Да мы же потребляем этот урожай и пишем также свои предписания, потому что мы же должны по этим предписаниям затем и вести сельскохозяйственное производство. Спасибо, и тебе тоже спасибо. Ну что ж, давайте мы тогда закончим данный раздел, а после него у нас будет доклад о технике по защите растений.